Всем привет, мои друзья! С вами Владимир. Конец апреля. Хочу вам показать нашу речку. Река Белая. Агидель. Вот такая она сейчас. В горах снег начал таять. У нас потеплело немного. Вода прибывает. Здесь вот она, села Терлян, в нее влились две речки, Терлянка и Арша, и вот такая она полноводная. Посмотрим, какая она будет верхна Бельского села. Агидель. У села Верхний Бельский разлилась. Сегодня я решил показать вам нашу Агидель в разных местах. Земляки меня просят показать ее. Вот это место я отъехал 5 километров от Верхнебельского, чуть выше Красного Обвала. Это для моих земляков. Некоторые давно на родине не были. Спрашивают, где я снимаю. Такие наши горы. Это хребет Уралтау. Смотрите, какие красивые. Особенно осенью они вот эти вот так смотрятся. И придет осень, снимем и осенью. Сейчас весна. Так несет она свои воды. А этот я проехал 6 километр и снимаю недалеко от селения Черный Ключ. Шикарная панорама, красота для тех, кто в степи живет. Приятно посмотреть на нашу красоту. Березки. Вот вдали гора Шихан. Сейчас я вам приближу ее. Этот пик такой. Был там несколько раз.
Хорошая такая. Обзор с нее. И путешествие наше продолжается. Покажу я вам еще нашу Агидель. Вот такая панорама на север. Вдали гора Баштур. Вот наша дорога. Терлян, Верхняя Арша. Грейдер. И поедем дальше. Возвращаюсь домой, друзья мои. И рассказываю про нашу Агидель. Вот вдали село Верхнебельский. Впереди Терлян. Покажу я вам еще нашу Агидель, красавицу. Вот как она разлилась. Они пасутся на лугу. Хорошо им. Рядом и водичка. Травки нет. Вот мои друзья спрашивали. А травки же нет. Ну, я могу сказать, они и зимой, и летом пасутся вот так. Они вот как лоси. Они и сухую траву едят. Такие коняшки. Так что корм у них есть. Ну и хозяин, конечно, их дома кормит, когда они приходят. Вот сколько проехал, первый цветочек увидел вдоль дороги. Желтенький, горит цвет. Скоро сон трава пойдет. Наши подснежники. Подъезжая к нашему поселку. Вот такая вот Агидель. Река Белая. Большая вода. Даже интересно, снега в этом году немного было. Но вот такой разлив, в общем-то, редко бывает. Просто тепло. Резко потеплело. Снег в горах начал таять. Такая большая вода к нам пришла. Спасибо, друзья мои, что посмотрели это видео. Показываю дачный поселок. Недалеко, в километре от нашего села. Александровский вал называется. Гости отдыхают. Ну, всем пока, друзья мои. Всем мира и добра. Пока-пока. С вами был Владимир.